Да. Лето сменяет осень, а осень сменяет зима. Этот круговорот никогда не заканчивается. Как и срачи в интернете. Срачи в интернете между блогерами, а теперь пивными блогерами. И если я вам скажу, что это все ерунда, то я вам скажу, что нет. Вы спросите, зачем им это все? Непонятно. Третьего дня за пивными блогерами был замечен факт продажи рекламы пивной продукции, а именно пиво Таркас. Сильное заявление. Цепкими лапами схвачено и передано мне по секретным каналам. Видео оперативных съемок, передачи пива и денег. В этом были замешаны два популярных пивных блогера. Это Никита Бервария по кличке Шнобель и никому никогда неизвестный Паша Снег по кличке «Слышь ты, как тебя там?». После этих видео я не смог больше молчать, потому что это были мои любимые блогеры, с которыми я даже снимал видео. Так как они могли только это сделать? Вы должны были бороться со злом, а не примкнуть к нему. Вы были мне как братья. Я любил вас. А после этих видео я даже не хочу с ними разговаривать. Я настроен серьезно. Я буду объявлять им войну. И чтобы доказать вам, что я не просто хер с горы, я покажу вам видео. Вот первое видео. Всем привет, ребятки, как ваше настроение? Сегодня плохой. Мы будем пробовать Таркас. Всю пивоварню. Сначала можно было подумать по одной бутылке. То, что он купил ее, просто чтобы попробовать и сделать хейт-обзор. Но когда он повернул камеру, уже было понятно, что он не смог купить один все эти бутылки. Да, вы можете сказать, что он купил их. Но что вы скажете на это? Второе видео. И еще в пупырчатой бумаге, в коробке, достает какой-то мужик. И скорее всего, этот мужик и предлагал ему бабки. Он специально не показывал лицо, чтобы не было видно, кто передал ему это. Вы спросите меня, а где же деньги, которые он предлагал? Может, ему просто... Он же заказал оптом. Но есть еще одно видео. Всем привет, это влог Снег, который никто не должен увидеть. На сегодня распаковочка Тарковщины. И что у нас тут есть? Опа! Червонный валет. Эмбер Эль. Далее. Жигулевская классик. Даже Жигулевская заслала. С кукурузой. С кукурузой. Омайгад, из корня. Мышь Соня. Тут должен быть киллер, но написано келлер. Киллера потом найму я, чтобы избавиться от них. Чтобы они не порочили имя хороших блогеров. Что? Опа, опачки. А вот и деньги. Опачки, это я себе заберу. Правда? Почему-то мало. Всего 2050 рублей. Странно. Возможно, половину он уже вытащил. А возможно, он дешевка. И пойман за руку, как дешевка. Но и это еще не все. Хакерами взломан компьютер Паши Снега, где было видео, на котором запечатлен он, разговаривая с заказчиком. После моего видео он перестанет ходить по порнушным сайтам, потому что с помощью них мы застали вирус в его компьютер. Алло, это Таркас. Я хочу продаться. Он даже не стесняется того, что он хочет продаться. Но как это видео было записано, вы скажете? Скорее всего, он забыл выключить камеру, и она продолжала писать. Такое бывает у блогеров,
что ты можешь либо не включить камеру, либо включить камеру и забыть ее выключить. Я знаю это по себе. Но я-то не продажный, в отличие от них. Чтобы никто ни о чем не заподозрил. Конечно, все это секретно, чтобы никто не заподозрил. А то как портить имидж каналу с такой большой аудиторией? Трехзначные суммы. Все, договорились. Трехзначные суммы. То есть, те деньги, которые были в коробке, это еще не все. Ну все, хватит про Пашу. Ему и так уже досталось. А теперь уберите детей от экрана. Это видео поразит вас. Потому что от этого человека я этого вообще не ожидал. Видимо, велась скрытая съемка сделки. Не то, что по телефону, а уже именно сделки. В его доме приходили люди и договаривались с ним. Короче, 15. Ты меня знаешь, цены мои реальные. 15. Деньги, конечно, хорошие, но за шалтая. Здесь я башку рискую. Что он сказал? За шалтая? Я все могу понять, но это уже чересчур. Ладно, хвалить какой-то там лагерь от Таркаса, но шалтая... Просто я в шоке, пацаны. Сколько? 20. И 10 сразу. Неделя на подготовку. 2. Вы все видели сами. Мне больше к этому нечего добавить. Меня это очень сильно расстроило. Я больше не могу так. Обычно я не пью, но тут дело другое. Возьму бутылочку пива от какой-то новой пивоварной компании Тейпкас. Видимо, косят под Таркас. Чешский пилзнер, а мы любим пилзнер. 5,5%, 13 экстрактивное сусло и 28 горечи. Хоть расслаблюсь. Это новая пивоварня. Какой насыщенный запах. А вкус, надеюсь, они не испортятся. Мягкий, нежный. Какая благородная пенка. Вот такой, мне кажется, и должен быть пилзнер. Почему этот наездник на другой стороне лошади едет? Очень странно. Вот это я понимаю пиво. Мне даже сразу полегчало. Ну что, Никита и Паша, увидимся в аду. Всего плохого.